Ты, человеколюбие, поднял меня спящего, чтобы принести тебе утреннюю молитву и прославить могущество твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться слову твоему, уразумевать заповеди твои, исполнять волю твою, открой уста мои, чтобы прославлять тебя в благодарном сердце и воспевать святейшее имя твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Преклони, Господи, ухо Твое, услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милостив, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли глас умоления моего, и скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты слышишь меня. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Ты Твои. Все народы Тобою сотворенные придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Ибо Ты велик и творишь чудеса, Ты Божий един, Ты. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в кресте Твоей. Утверди сердце мое страхи имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно. Ибо велика милость Твоя ко мне, Ты избавил душу мою от ада преисподнего, Ты, Боже. Гордые восстали на меня и скопища мятежников ищут души моей. Не представляют они Тебя пред собою. Но Ты, Господи Боже, щедрый и благосердный, был бы терпеливый, многомилостивый и истинный. Презри на меня и помилуй меня. Даруй крепость рабу Твою, даруй крепость Твою рабу Твоему и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят недовидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня. Основание его на горах святых. Господь любит брата Сиона более всех святыней Иакова. Славное возвещается о Тебе, град Божий, упомяну знающий меня о Раве и Вавилоне. Вот филистимляне и тирские пиоперы скажут, такой-то родился там. О Сионе же будут говорить, такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его. Господь в переписи народов напишет, такой-то родился там, и поющие, и играющие, все источники мои в Тебе. Господи, Боже, спасение моего, днем вопию и ночью пред Тобою, да вниз пред лицо Твое молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу, я стал как человек без силы. Между мертвыми брошенные, как убитые, лежащие в гробе, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от руки твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну, отяготила на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести. Весь день я взывал к Тебе, Господи. Простирал к Тебе руки мои. Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? Или во гробе будет возвещаема милость Твоя и истина Твоя вместе пленем? Разве во мраке познаю чудеса Твои и в земле забвение правду Твою? Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Для чего, Господи, отрываешь душу мою и скрываешь лицо Твое от меня? Я несчастен и стоеваю в юности,
несу ужасы Твои и изнемогаю. Надо мной прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня. Всякий день окружает меня, как вода, облегает меня все вместе. Ты удалил от меня друга искреннего, знакомых моих не видно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу на небесно, и во веки веков аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу на небесно. И во веки веков аминь. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не сделал ничего доброго пред Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Так воскресная в полночь, приношу Тебя спаси песню, и припадая к стопам Твоим, воскресаю Тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но жалься надо мною, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащую, и спаси меня, стоящую пред Тобою на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный день безгрешности и бодрости, и спаси меня. Владыка человеколюбчив, встав после сна, я спешу к Тебе. И по милосердию Твоему принимаюсь за угодные Тебе дела, я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, избавь меня от всякого зла в мире и от дьявольского искушения, и спаси меня и вели в царство Твое вечное. Ибо Ты мой Творец и источник и податель всякого блага, на Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу ныне всегда и во веки веков. Аминь. 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 Господи, светлоногой Твоей благости и великому милосердию Твоему, дал мне рабу Твоему мимолетное время этой ночи провести мне на Пасхе и всяческого зла вражеского. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня истинным Твоим светом и просвещенным сердцем исполнять Твою волю. Теперь всегда и во веки вечные. Аминь. 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 Господи, Вседержитель Божий сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущие, озирающие долы земные, наблюдающие сердца и помыслы, ясно ведающие тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. Прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа, и даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенной мыслью прожить всю ночь от здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придет со славу воздать каждому по делам его. Да найдет он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповеди его и готовыми войти с ним в радости божественный чертог славы его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица твоего. Ибо Ты – истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Аминь. Святый ангел, поставлю блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешную, не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможность любому демону подчинить меня себе преобладанием этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбила тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешила прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского.
мне не прогневать Бога никаким грехом, и молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем, садил меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного, несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и все скверные, лукавые, худые помышления от несчастного моего сердца, помраченного ума моего. И погаси пламень страстей моих, ибо я нищий, слаб. Избавь меня от многих пагубных, губительных воспоминаний, намерений. И освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословен от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Ты по много Твоей благости, великому милосердию Твоему, дал мне работу Твою на летное время. Ой, простите, пожалуйста. Молите Бога о нас. Святые Божьи угодники, Игнатий, Сергей, Елена, Ольга. Ким, непонятно. Угу. Ибо мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, и благослови наследие Твое, победа на врагов, даруя православным христианам, и Христом Твоим сохраняя Твой народ. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иакима, возврати в мире. Спаси, Господи, помилуй родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей и всех ближних моих и друзей, всех православных христиан. Подай им Твои земные и небесные блага, не лиши милости Твоих. Посети их, укрепи силою Твоей, даруй им здравие, спасение души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, преснопоминаемых родителей моих Николая и Надежды, Благостальную Валентину, родственников, благодетелей и всех православных христиан, и прости им все их грехи, вольные и невольные, даруй им Царствие Небесное. Со святыми упокой, Христе Божий, души усопших рабов Твоих, праотцев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородица, всегда блаженную и пренепорочную Матерь нашего Бога. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Аминь. Боже наш, милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобою. Удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво и добродетельно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравие, душевное и телесное, успех в трудах. Избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых, беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и животворящим Твоим Духом. Аминь. Аминь.
Господи Боже наш, воззри на детей наших, ниспошли на них духа премудрости, разума и благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели и усвоили изучаемые ими предметы и употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним и во свое спасение. Потому что Ты – источник премудрости, и Тебе славу возносим всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Геннадий Тихонович, молитесь. Спаси, Господи, и помилуй митрополита Илариона. Епископа Ефимия. Там видео нельзя включить у вас? Вас не видно. Видеокамеру включите. А как ее включить? Ну там, в скайпе. Вот это вот? Не-не-не. Вот это? Вот, у вас перечеркнуто. Оно не включается что-то? Она не включается, брат. Ну давайте так. Почему не включается? Это непонятно это. Спаси, Господи, помилуй митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диомида, Тихона, Антония, священный Ирея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Алипия, Андрея, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Тихона и весь священнический чин и высшие истины служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай еще священника, если угодно тебе. Смири власти воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое от церкви твоей. И сохрани их от покушения на них. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время. Приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю Вселенную. Слава Тебе за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить дарованные Тобой таланты. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. Сохрани от всякого рода зла и греха. И защити жилища наше и селение. От пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там, Андрея, Игоря, Серафима и Владимира, братья. Владимира, Людмилу, Любовь, Алексея, Иосифа, прищи добрых жителей с детьми, знающими, любящими уставы твои. Спаси, помилуй Татьяну, Наталью, сохрани школу, Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Езру, Рустика, Тимура, Абратина, Ставь, Галину, Екатерину, Сергея, Александра. Возри на врагов угроза их, вредительство. Вразуми, наставь. И в судный день не помяни их безумие. Многих Ты уже, Господи, укротил. Слава Тебе. Посети благодетелей наших. Открой им истину Твою во всем. Благослови Елену, Людмилу, Евгения, Наталью, Надежду, Эдуарда, Юрия, Людмилу. Найди отступников Николая, Михаила, Александра, Юлию, Максима, благослови и умягчи сердце его.
Избавь от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. И найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию и Татьяну. Путешествующих Раиса, Льва и Виктора, Иоакима. Возврати их в мире. Посети болящих, дай силу перенести страдания. Пошли им исцеление. Валерия, Илариона, Кирилла, Игоря, Алексея, Надежду, Татьяну, Татьяну, Валентину, Валентину, Неонилу. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье, за болезни, за друзей, за врагов. Ибо по Твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Оль, ты слышишь? Слава Нет. Тебе, Боже наш, слава Тебе. Все нормально. Хвала Тебе, милосердный наш Господь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Сохрани наши сокровища в интернете, и книги здесь, и в пути. И трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава, семейству его, содружества. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышней Богу, на земле мир, в человеках благоволение, аллилуйя. Благодарю, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю за день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны Церкви, как на истину. Хвала Тебе! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Воздай добром всем, помогавшим нам в путешествии нашем. Павлу, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Николая, Виктора, благослови. Надежду, Людмилу. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешим. Добрый мой ангел, благодарю Тебя, столько лет Ты хранил, защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, во всем экономным. И каждому дары и жилье, Сергею Гавриил. Святитель Христов, Никола Мирликийский, чудотворец, моли Бога о нас. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки, Илия, Елисей, Нух, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода того нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, и все небесные силы престолу Божию предстоящие.
святые апостолы, и Петр, и Павел, евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн, дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарп Свинский, Устин Философ, Косма и Дамиян, Андрей Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста, Анфиму, Вениамину, дай верую, страши родителей за такое ложное воспитание детей. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий, Радонежский, Степан, Пермский, Серафим, Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь и укрепит в святой православной вере, а замыслы еретиков разруши, в ничто преврати и обрати их к Святой Православной Церкви, Твоей невесте. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроника, Юния, Киприяна, Устина. Да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания, и исправь непокоривость Галины, семейства и Евгении, Надежды, Надежды, Светланы, Марии, Раиса, Марии. Людмила и Анны, и прими нашу молитву и воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей Божией. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий Сына Твоего Единородного Иисуса Христа и пролитой крови Его за наши грехи, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и слышит раб Твой. Аминь. Доброе утро. Так, Сергей Павлович, где он? Сергей Павлович, где ты?
Здесь я. Здесь ты. Ты каждый раз считал, что ты сейчас считаешь после утреннего правила? Я к истинному православию закончил. Сейчас хочу начать читать открытым оком. Давай мы так сделаем. Открытым оком какой том? Да с первого и начать. Могу, как скажете. Вопросы и ответы? Ну, да. Но они у меня уже сгруппированы по группам. Тебе легче взять и открыть к этому сайт. И там 55 папок. Они уже все по полочкам разложены. И Вячеслав идет там спереди. А ты начни с обратной стороны. Там последняя, кажется, церковь. Вот сейчас открой там. Вот во свете Библии. Сайт. Православный библейский сайт. И самая последняя церковь. Открывай ее, ткни в нее. 55-я папка. А там-то до 4-го тома только были вместе. Вот. Вот вопросы. Смотри тут как. 130-й вопрос по 154-й. Том 1 про церковь. Страница 132-150. Ткни в нее. Что получается? Первый вопрос. 87-й, том 1. Ты видишь это? Я спрашиваю, ты это видишь? Он вышел, Игнатий Тихонович, наверное, сбои в сети. Очень жаль. Но как его добиться теперь? Ну, давайте, я буду считать. Он зайдет, вы найдите его тогда. Вот. Володя, а ты там, слышно тебе все? Ну, слушай. Ткнул я его. А как тут вот это-то? Сергей. Ты соединился. У тебя что, отключается или что? Уходишь ты? Да, бывает, выбивает. Ну, вот я тебе говорю, зайти в последний церковь. Зашел? Зашел. Теперь ткни в него первые вопросы там, которые отдельно выделены первым томом. Что открылось? Что открылось? Не торопись, только пошагово делай так, как там уже устроено. Ну, виден экран вам. Ну, что там написано? С чего начать? Виден. Вот сайт «Во свете Библии», православный библейский сайт. Ну, дальше-то ты внизу последняя 55-я папка, с нее начинать. Вячеслав Семенов, он оттуда начал, спереди, о Боге там. А ты последняя начинать, С буква, 55-я папка, ткни в нее. Опять выше было. Это не пойдет так, это не работа. Ну, такого не было раньше. Ну, ладно, я буду считать. Его не... Что-то неладно у него. Вопрос 87-й. Вот оно впереди, когда начинается... Вопрос 87-й, том 1-й. Я в него теперь вопрос ткнул, а вот теперь открывается уже ответ. Вот составлено настолько умно. Вопросов, одни вопросы идут, легко найти нужное. Была в Покровском соборе и услышала, как священник объявил: «Оглашенные, изыдите! Поясните, куда нужно пройти в храме и когда, при какой молитве нужно возвратиться на прежнее место?» Ответ. Я не знаю, сколько человек-то нас сейчас здесь. Голос подайте все. По одному. Назовите. Пять, наверное.
Ну, пускай каждый назовет себя. Ольга. Это я знаю тебя. А еще кто? Елена. Елена. Георгий. Еще? Нет. Георгий. Ну, ладно. Георгий. Ответ. После возгласа «Оглашенные изыдите», все отлученные за грех, некрещенные, готовящиеся к крещению, должны выйти в притвор храма, специальное место. В настоящее время, особенно зимой, трудно это выполнить. Можно, но трудно. Пройти в другую половину храма, скрыться за стеной, за поворотом в храме, чтобы не видеть алтаря и не слышать о таинстве изречения священника. После слов «С миром изыдем» можно войти и молиться с верными. Сегодня практически почти нигде не выполняется этот важный возглас, после которого начинается третья часть литургии, литургии верных. Диакон еще раз должен проверить тщательно, нет ли кого из посторонних в храме, когда возглашаются двери-двери. То есть проверить, найти. И другие должны подсказать, вот чужой человек, узнайте, он как, крещен или нет. Не выполняется это только потому, что нет рождения верных от неверных, разделения. Это не просто ненаученность священников, а полная заброшенность людей. Нет ныне оглашенных, которых по правилам Святой Вселенской Церкви нужно готовить от 3 до 5 лет к крещению. Нет эпитемии церковного наказания за грехи, предусмотренных в книге правил, решения вселенских, поместных соборов и правил святых отцов. Попраны давно и безнадежно, прочно. Это духовное омертвение. Признак бесстрашия перед Богом. И проще сказать, весьма сомнительно, что здесь есть Церковь Христова. Пустой звук, воздух сотрясают этими словами миллионы раз в году в разных храмах. Умножьте 20 тысяч храмов в России, на сегодня это больше, на хотя бы одно богослужение, когда служится литургия. И 3 раза оглашенные изыдите пренебрегаются, и 2 возгласа двери-двери, то есть двери запереть надо. Умножь на 52 недели. Страшно и тоскливо, горе и ужас. Совершенные безбожники и еретики могут стоять в храме на литургии и причащаться любой. Это смерть духовная и полная. Причина та, что у нас совершенно неправильный вход в церковь. Предполагается, что возрождение, рождение свыше есть крещение в воде младенца. А это в корне неверно. Без личной встречи со Христом, без личного обращения нет ничего. Весь народ, вся страна считается православной, а потому некого обращать. Все верующие. Идет страшный обман людей. И беда еще в том, что этому обману верят священники, что как бы так и должно быть. Главное – вычитать эти слова, и тогда вроде как-то где-то там это зачтется, и что-то таинственное и благодатное совершится, что-то коснется. Как-то обратиться на пользу, а в действительности ничего нет по Писанию. Это новая религия под именем православия, придумана и не сегодня. Надо на каждому родиться свыше. А этого нет, и об этом не проповедуют. Все мертво. И в храмах не просто кладбище, а скотомогильник. Погибшие овцы Израиля. Овцы, где мертвые, это не кладбище, скот, скотомогильник. Там многое неевангельское, и даже антиевангельское есть. На потеху злым духом. Не трудясь над душами, произносит эти важные слова. И совесть начинает мучить,
все же кого-то, как Гоголя Николая Васильевича. И начинают тогда объяснять, что оглашенные – это мысли недобрые, и их надо вывести из сердца. А до этого не надо было выводить. Не надо? Вот такой бред сочиняют и размножают уже даже после его смерти. Это Гоголь написал. Оглашенные, изыдите. До этого стоит с оглашенными мыслями, все. Вот мы прочитали один ответ из первого тома. Второй. В Ветхом Завете отдавались десятина. А если сейчас мы не отдаем, то не грешим ли этим? Это вопросы, которые мне задавали в университетах, где я вел занятия много лет. Только в одном техническом, а там 21 тысяча студентов. 18 лет. Два раза в неделю по 2 часа. С октября и по май первое. Ответ вот на этот вопрос. Вот вопрос вот задают, который этот выступает. Ткачев, Смирнов, Осипов. Вы заметите, как они отвечают? Для них Библия – это так. Можно взять ее в руки иногда, а можно и не трогать. И что знает, что слышал Юрасов, как отвечает, Козлов Максим. Да не все такие. Они должность избрали грызть друг друга, съедать, уничтожать. Вот Максимов Георгий, он ничего не знает. Дворкин там собрали все. А они понимают, это их должность. А для этого ничего, ни знаний, ничего не надо. Главное, умей жрать человечину. Ну, как можно? Руководство знает, что такие люди есть, и чем они занимаются. Владимира Глина сожрали, тут же бросились на Ткачева, сразу же, прям на другой день. Объяснить по Писанию нет. Борьба за деньги, за денежные потоки. Ответ. Подробно это в нашей книге «К истинному православию» в главе о церковной дисциплине. Кто не отдает десятину, тот вор и святотатец, похищает принадлежащее Богу и не будет благословения иметь ни в чем. Малахия, 3 глава, 8-12 стихи. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной и приношением, проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф, и блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф. Тавитам, 1 глава, 7-8 стих. И отдавал я это священникам, сынам Аароновым, для жертвенника, десятину всех произведений давал сынам Левиным, служащим в Иерусалиме. Другую десятину продавал, и каждый год ходил и сдерживал ее в Иерусалиме, то есть бедных, нищих. А третью давал кому следовало, как заповедала мне Девора, мать отца моего, то есть бабушка, когда я после отца моего остался сиротою. Десятина принадлежит Богу изначально. К заработанным 90 рублям Бог как бы прикладывает свою десятку, хотя все до копейки, и мы сами принадлежим Ему. И Он просит нас, чтобы мы своей рукою отнесли это Его служителям в церковь. Мы исполняем роль почтальона, когда отдаем десятину. И когда не отдаем,
кто повинны суду, как тати воры. Вы обкрадываете меня. Бог не говорит, что жадина, что любите держать это при себе. Нет, но мою десятину воруете. Мою, она Богу принадлежит. Тут доказывать ничего не надо. Меня обкрадываете. Ну, это в Ветхом Завете было. Златоуст говорит, а что изменилось? Другой Бог. А почему я должен отдавать? Ну, потому что Богу принадлежит еще раз. А как это узнать? Ну, бывает, заключает двое что-то, одно хозяйство вести, чтобы легче было. Бывает, вместе поле засевают, у одного трактор, у другого комбайн. И так у них помаленьку дело идет. Давай, говорит, разберем у Бога. Бог говорит, давай будем вместе делать. Я живу, а ты? Ну, я живу. А как ты живешь? Тебе кто жизнь дал? Это как бы Бог спрашивает. Иоанн Златоуст так разыгрывает такие сцены. Кто тебе дал глаза? Сердце, которое колотится, гонит кровь. Руки, ноги, все органы, разум и желание трудиться. Кто? Наверное, Бог. Да не ну-кай, не запрягли еще. А где что будем я сеять? Десятина. Я зарабатываю с поля. А поле чье? Ну, мое, я заплатил. Ну, кто его дал землю-то? Земля, земной шар. Ну, Бог, наверное. Да не наверное, я сделал, говорит Господь Бог. Дальше, без дождя вырастить нет. А кто дождь дает? Ну, не знаю, ну, Бог дает, наверное. Я даю, я Бог. А ветры кто дает? Тепло. И дальше Бог перечисляет. Ну, моя доля есть в том, что ты заработал. Уборка идет. Я сохранил его. И с одного семечка получилось сотня в 30, 60, 100 крат. Ну, мое участие есть я там? Есть. Какое? Да все мое, 100%. Но я прошу только десятину, чтобы научить тебя жертвовать. Человек таращится глазами и думает, а как бы убежать от Бога и дальше никому не давать. И это при том везде, везде, где воруют. А почему? А что у бабушки десятина-то с пенсии-то? Какой навар-то? Да она придет, не придет, да еще родственники ей запретят носить. А тут свечи рекой текут. А тут торговые точки, да не одна. А тут... Христа-то и нету совсем-то. Это дом мой, говорит. Домом молитвы наречется. Ничего больше тут нету. Ни разговоров, ни торговли. Молитвы, дом молитвы. Что, пояснять надо? А когда Господь сказал, когда торговали? А вы сделали его домом торговли. Когда второй раз изгоняет вертепный понедельник на Страстной Седмице, то говорит, а вы сделали его вертепом разбойников. Это священники, епископы, митрополиты, патриарх, это разбойники. Так Бог говорит, не я. Они святейшие, суперсвятейшие, а перед Богом разбойники за одну торговлю. Вот из веры сделали религию. Религия, что это такое? И слово-то подобрали, религия. И начинает толковать разное. Религиос означает благочестие, чтобы друг другу помогали быть благочестивыми. Перевода-то не знают. Крутят вот такой лучший перевод, такой лучше. Перевод, который дали нам в Библии святые отцы. Это самое лучшее понимание. По словарю найдет слово и начинает колбасить, прости Господи. И вот дальше разговаривает Бог с нами. Как мы должны любить десятину? Давид платил 3 десятины. Я встретил одного сектанта, он пресвитером считается. 9 ребятишек и беременная 10-м, наверное. И он говорит, а я плачу 5 десятин. Я один раз только встретил такой в Иркутске, Кукушкин Игорь. Вот так. И что интересно, мы у него приехали к вечерам за Евангелиями, сказали, у него там есть. Это все история уже. Мы там были, засняли все. Мы сидим за столом. Утром рано выезжать надо в потемках. А он сзади стоит и уже крестится. И нас благословляет. Удивительные дела Бог делает. А почему? А вы его зазомбировали.
Я его зазомбировал. Удивительное дело. А сколько вам надо? Я говорю, ну сколько дадите? Ну коробок-то 5-10 там. И мы поднимаемся на первый этаж со ступеньками так высоко. А потом перейти и в подвал. И когда пришли там, ну шагов может 10, пересекли со ступенек крыльца и туда вниз. Он оборачивается ко мне, такие глаза, и говорит, я впервые встретил в жизни своей живого пророка. Я говорю, а где он? Как где? На меня показывают. Да какой я пророк? Нет. И зашел, а там у него на... Да, это нижний этаж, там высота его 2.5 метра больше, и все забито. Он говорит, берите, что увезете. Все. Берите, что увезете. Ну что, 700 килограмм мы можем взять. Вот ведь как дело-то обстоит-то. Почему? Молитва. Мы поехали, все молились. И отсюда ответ. Молитву Бог слышит и отвечает. Это живой Бог. И вот так о десятине. Священники сегодня не будут отвечать. Не будут, только из-за денег. То есть, прибыль. Ему надо жить, чтобы не как все. Богатые машины, достаток, квартиры, детям. Вот все. Это вопрос 88-й, который я отвечал в школах, в техникумах, в университетах, институтах, в милиции и 3 радиопрограммы. А теперь люди попросили издать в книге. И первый том у меня, он не подписан. Просто открытым оком. Потому что я не знал, будет ли материала на одну книгу. Люди говорят, вот задаем вопросы, а нельзя ли это сохранить? И расширить даже. И вот я начал. И получилось... Не один том, он не подписан. Второй том уже подписан. Второй том, как беседовать с сектантами. И получилось 33 тома. Каждый том 752 страницы. 33. Вот вообразить это же трудно. И это все надо было собрать, систематизировать, напечатать. Корректировщики должны это пройти. Ну, все уже позади. 30 томов вышло в бумажном варианте, а 3 в интернетном только. Дальше уже не стал выпускать. И очень трудно. Дорого невозможно. Вот у меня не изданы 4 тома стихов. Я их называю проповеди в стихах. 4 тома по 800 страниц. Стихотворение, вот, считаешь, у Пушкина один куплет бывает, 2 куплета. Здесь все по 9 куплетов, 36 строчек. А на каждой странице у меня в книге 42 строчки, а остальные заняты эпиграфом из Священного Писания. То есть на 800 страниц практически пустого места совершенно нету. Пошел издавать 1000 экземпляров. Хотел издать так, чтобы 180 добавочных страниц были со цветными иллюстрациями, фотографиями о наших поездках. Но сумма оказалась такая, сразу завалила, к 2 миллионам пошло. Ясное дело, что это не наша цифра. Так, Сергей Павлович здесь, он пристал или нет? Сергей Павлович, нету его? Нету его. Ну вот тогда на этом останавливаемся. Дальше будет 89-й вопрос. Запишите кто-нибудь. И ему скажете, это на нашем сайте 4124 вопроса и ответа и последней 55-й папки «Церковь» называется. Ну вот сюда зайдет он когда, и дальше уже ну, легко найти. Следующий вопрос будет такой. В некоторые времена в Церковь Христову проникала ересь, и входили пастыри, лютые волки. Оставалась ли Церковь невестой Христовой? Смотрите, какие вопросы серьезные. Но на этом прощаемся. Спаси Христос с Богом. С Богом. Спаси Христос. Аллилуйя.